Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.Info, перед нами Motorola Moto G41, и в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять соотношение сторон в камере данного устройства. Для этого мы открываем камеру этого телефона и сверху над кнопкой съемки нажимаем на такую стрелочку вверх, где мы можем настроить соотношение сторон. Здесь есть три варианта: 3 к 4, 9 к 16, а также полноэкранный режим 20 к 9, а точнее 9 к 20. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!